Жить в городе не равно жить в каменных джунглях. На своем примере это доказывают жители дома номер 19 по улице Зеленой в Химках. Каждый метр двора занят зеленью, растениями, кустарниками и цветами самых разных сортов. Дом наш ведомственный. В нем проживают преимущественно сотрудники Тимирязевской сельхозакадемии. Благодаря этому отчасти у нас и появляются здесь уникальные растения, собственно говоря, которые мы рассаживаем, размножаем здесь. Важно, растения и их расположение на территории жители продумывают, соблюдая все правила соседства представителей флоры друг с другом. Этим летом и вовсе украсили двор, предварительно составив проект ландшафтного дизайна. По мнению депутата Ирины Спириной, такая забота должна быть отмечена и замечена. Это двор у нас, почему мы здесь находимся, это двор у нас уникальный. Руками местных жителей собраны уникальные растения, то есть они их сами высаживают. За ними ухаживают, делают своеобразные альпийские горки, привозят они эти растения с разных городов. Посоветовавшись с соседями, жители многоэтажки подали заявку на участие в конкурсе «Лучший дом, лучший двор» от партии «Единая Россия». Говорят, что победа для них не главная. Горожане настроены показать другим, что оказаться в зеленом оазисе можно не только живя за пределами города. Андрей Липанов, Нина Липанова, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ.